обеспечения населения продуктами животноводства и земледелия. В связи с чем в Управлении производства потребительских товаров акционерного общества «Алмалыкские ГМК» ежегодно увеличивают объемы производства выпускаемой продукции. Съемочная группа программ побывала на полях УППТ, где в эти дни начнут сбор урожая пшеницы, выращиваемой для корма крупнорогатого скота молочно-товарной фермы «Юлдуса ГМК». Отметим, что для корма крупнорогатого скота на 750 гектарах земель ГМК, кроме пшеницы, выращивают также кукурузу, люцерну и другие культуры. В этом году пшеницу посеяли на 310 гектарах в Ахангаранском районе и 350 гектарах Пскенского района. Земледельцы УППТ планируют собрать с 1 гектара поливных земель по 55 центнеров с гектара и по 25 центнеров с гектара багарных земель. В помощь земледельцам выделена техника, 3 комбайна и более 10 единиц специальной транспортной техники. Процессы сбора урожая начинаются 10 июня и продолжатся до 4 июля, а пока на полях ведутся противопожарные профилактические работы. Накануне уборочной страды руководство УППТ организовало для работников мероприятие, в ходе которого от ветеранов сельскохозяйственного труда и аксакалов-махалей прозвучали добрые слова пожеланий, напутствий и наставлений. Таким образом, техника плюс добросовестность и самоотверженность аграриев УППТ позволит в этом сезоне выполнить все прогнозные показатели.